Всем привет, намасте. Хотела сделать вам короткое видео про музыку, потому что недавно мы выяснили, что в уроке нельзя вкладывать музыкальный трек, потому что это нарушение авторских прав. Поэтому я хотела вам сделать такую рекомендацию по музыке. Я подберу вам медленную музыку для более расслабляющей практики, для более медитативной практики. И также сделаю вам такой лист с более интенсивной музыкой, которая будет вас мотивировать на активные занятия йогой. Надеюсь, вам понравится. И приятной практики. Увидимся в следующих видео, на следующих классах. Намасте. Пока-пока. Хочу начать с этого исполнителя. Стефан Халпен. Не уверена, как произносится его фамилия. Это прекрасный, потрясающий автор невероятной музыки для медитации, для занятий медленной практикой, йин-йогой, restorative-йогой. Очень люблю этих ребят, Дживан Шакти, но опять же, под спокойную практику. Далее Джай Картар и альбом Beloved. Это спокойная музыка, но под нее хорошо делать что-нибудь ритмичное, что-нибудь активное уже. Ну и, конечно, куда без Натан Каур. Много нежной музыки, светлой музыки. Прекрасно подходит для практики йоги, для медитации, для всего. И вот эти ребята тоже очень приятная группа, прекрасная музыка. Бывает ритмичная, бывает расслабляющая. Для всего. Вот эти ребята, или это один исполнитель, я не уверена, они мне напоминают Бали. У меня вся йога началась на Бали, и их музыка прям такая ретроспектива в начало Париджат. У них много классной музыки для всего. Проверьте их, они отличные. Просто йога и париджат — это две очень гармоничные вещи. Вот именно этот альбом Стивен Макнамара «Шанти Гитар» прекрасно подходит также для практики хатха-йоги, такого медленного флоу, медленной виньясы. Несколько альбомов Вах очень хорошо подходят под практику хатха-йоги и анусара-йоги. У нее прям есть целый альбом, Анусара Prayer называется. Далее, эта группа прекрасно подходит для шавасаны, йога-нидра. Ну и куда без пирукуа. Пирукуа — это активная практика. У нее есть даже вокальная йога. Обязательно проверьте, посмотрите, послушайте. Ну, на этом пока все. Но в дальнейшем я буду делиться с вами своими открытиями, новой музыкой. А если вам было полезно это видео, поставьте лайк, поддержите. Или поделитесь с тем, кому будет интересно, кто тоже практикует йогу. И подписывайтесь обязательно, чтобы не пропустить новые видео. Все, пока-пока, приятной практики!